ومن وب بدا فوردم Da birichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano.
Сейчас сначала птичка выйдет. Потом я платочки начну доставать. Как бы. Птица, возможно, дохлая. Тихо. Давно сидит. Эй, дураки. Я подлечу. Сейчас я ее начинаю. Подожди, опа, все, я Не, ну мы ждали полчаса, да? Перебил я Слышно меня, хорошо? Отлично. А его? Меня видно, нет. Дави, Дави, это ты. Друзья, поднимите руку, кто уже нас видел в сотый раз хотя бы. Идите отсюда, вы дайте мне. А кто не видел руку, поднимите. Вот так опустите, так. Только все вместе, ну и... Всегда хотел управлять толпой. Кто есть в Инстаграме, руку поднимите. А кого нету? Подписывайся, веселый Роджер. Друзья, нам для нашего легкого интерактива сейчас потребуется две... Кто у нас? Две девчоночки, да? Тихо. Иди сюда! Давай, курочка моя! Господи! Спаси, сохрани, конечно! Еще две! Выходи, раз. Только те дети, которых мы вызываем сами. Выходи. Ну и с этой стороны кого-нибудь возьми. Кто там? Давай, беги, давайте похлопаем, друзья. Давайте похлопаем. Тихо. Все можешь? Что за подстава? Говорит, все могу. Сходи, короче, вот сейчас плитка там, вот плохо. Не заложи ее, пожалуйста. Сходи, все можешь. Иди плитку перекрути. Да я шучу. Лизни. Друзья, все, музыку потише. Вас как зовут? Ксюшенька. Тебя как зовут? Соня. Сонечка. Тебя как зовут? Сонечка. Тебя как зовут? Лиза. О, серьезно? Заявочка. Андрей Михайлович Бонор. Проплочено. Рассказывай. Итак, сейчас вот так ручки делаешь. И ныряем. Она еще не переложила плитку. Чуть ты. Извиняюсь. У нас давние. Итак, трюк опасный, трюк смертельный. Талантище! Да, да. Сейчас вокруг тебя... Боже, спаси, сохрани, конечно. Мы будем делать разные акробатические трюки. Твоя задача стоять и ничего не делать. И... Все. Спонсор нашего показа Old Spice. Все, ничего не боишься? Все, ручки вверх! Погромче, друзья, танцуй! Хэви метал, все, проходи.
молодец. Все можешь, да? Двойное сальто прыгай. Согласен. Показывай, давайте, вот, внимание. Сайка. Ты на шпагат можешь? Ты бы видела, что Вовка из ЗАЗУ делает? Боже мой, а? Давайте похлопаем! Стоп. Разножка, так. А еще? Давай, Андрей, сойди, пожалуйста. Давай. Вперед. Вся музыка, стоп. Нет, кого? То же самое, давайте. Тормози, тормози! Ты оставь. Я придумал вообще. Так, ты идешь сюда, смотри. Можно очки, пожалуйста? Одевай. Стой, подожди, мне нужна твоя одежда. Все нормально, ты можешь смеяться, как бы весь зал смеется, ты тоже должен смеяться. А я уже знаю, да? Ну и прыгай ему на башку, что ты знаешь-то? Да я пошутил. Не, ну конечно, ага, сейчас. Вот сюда. Вставай ему на руки. Спасибо тебе большое. И вы сверху на нее. Тихо, стоп. Завтра. Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, кто такой дядя Юрий Гагарин? Да. Говори, это космонавт первый. Да, первый. Алёня. Привет, Сири. Кто такой Юрий Гагарин? Хороший дядька. Что крикнул Юрий Гагарин, когда полетел в космос? Поехали! Ну-ка все вместе, ну. Поехали! Сейчас все просто, это считаю до трех. И мы все вместе, как Юрий Гагарин, кричим «Поехали!». Ты самое главное во время старта топливо не сбрасывай, ладно? Спи. У него просто глаз закрывается, потому что болит немножко. Это, да, это грибы. Раз, два, три. Стоп. Сюда. Оп! Все, тихо. Тишина в зале. Уличном. Извиняюсь. Это я был. Все, ты стой. Все, тихо. Ты. Ну что ты, выпрямись, ну. Выпрямись. Ну все, стоишь. Тормозила. Сонечка, а что ты бегаешь? Давай поклон сделаем, пойдем. Деньги. Спасибо. Да какие деньги? Спасибо! Все, курочка моя. Что делаешь сегодня вечером? Ты тихо, что делаешь-то? Поселись. Не надо, не! Восемнадцать есть? Нету? В смысле? Нет, 18. Моя хорошая. Ложимся. В какую сторону? По направлению север, юг, запад. Давайте похлопаем здесь. Да. Что ты делаешь? С другой стороны.
Не садись. Аплодисменты, я умоляю! Шучу, шучу. Друзья, что там? Татуировки, что ли? А, у меня. Друзья, нам потребуется еще сегодня один очень сильный мужчина, больше 18 лет. Да, ну что вы тут? Килограмм 70, такой крепенький, здоровый мужик. Не на, нет, авторитет у нас сегодня. Женечка, можешь пройтись своим взглядом. Давайте, Женя, похлопаем. Ему вчера как бы исполнилось 16. Вот молодой человек с камерой, пожалуйста, идите ко мне. Сюда иди, эй, сюда иди. Поза мыслителя. Давайте похлопаем, друзья! Есть 18. С копейкой. Как зовут? Константин. И Константин берет. И? Начинает петь. И ложится. Константин, ложитесь. Мы будем делать тот же трюк. Только без помощи. Итак, ручки положили сюда. Хорошо. Ноги опустили. Немножко сузили. Не то сузили. Ладно. Опытный боец. Итак, друзья, в этот замечательный. Все нормально, это Константин. Друзья, трюк, который мы исполним, трюк называется «Не ожидайчик, он не ожидает». И мы представляем Comedy Club. Ты что лежишь здесь, я понять не могу. Все. Все. Тот же самый трюк. Но сейчас сажусь. Я не... Друзья, все знают Константина. Как у вас фамилия? Паспорт. Да, да, да. Ну, ладно. Все знают Константина. Константин недавно ездил на рыбалку. Ездили вы на рыбалку? Ну, допустим. И поймал карасика, да. Маленького карасика. Из-за этого разочаровался. Но давайте сделаем ему приятно. Сейчас Константин сделает трюк. Если он вам понравится, вы прям не поленитесь. Встаньте со своих мест и громко ему похлопайте и покричите. И браво, и бис. Договорились? А те, кто стоят, сядьте на землю. Да, да. Держи, держи, музыка, давай! Стоя, сделайте аплодисменты Константину. Вот, друзья, каждый год мы выступаем. Браво. Без фингала. Ну что могу сказать? Вот так каждый из вас может стать настоящим театральным актером, артистом, цирковым служащим, убирать за лошадь. Ну, неважно, вот. Да, кем-то. С вами был комик Дэд, веселый Роджер, Евгений Акжигитов и Андрей Банов. Спасибо, друзья!